Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи Боже, всемогущий Создатель, мы просим Твоей милости. Проведи сам это собрание. Духом Твоим святым подготовь нас к встрече Рождества Твоего, чтобы сердца наши были устремлены к небесному, чтобы все человеческое исчезло в нас. Помоги нам, Господи, услышать глас Твой. Мы были верны в малом, и над многим Ты нас поставишь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Понимаете, предложение, вот когда дают, я всегда говорю, предложение тобой дано хорошее, ну, выполни его. Не просто я предлагаю и сам ушел куда-то. Ты внес это предложение, выполни его. Я речь веду о том, чтобы вести собрание. Так, где у меня надежда? Опять к ней обращаюсь. Ну что, возьми за это дело. В первую очередь, своего возлюбленного поставь сюда. Желающие вести собрание есть? Поднимите руку. Я веду только обратных вещи. Пока. Получается, я восхищаю право говорить слово. Но я готовлюсь к этому. Если кто-то другой будет, я вам материалы передам, чтобы озвучить их. А сказать есть что? К тому, чтобы вести собрание, нужно готовиться так же, как и к проповеди. А не так, что читаю, слушаю, смотрю телевизор, 5 минут до... Это баптист один выступал и говорил, 5 минут осталось, руки сложил, Господи, что положишь на сердце? А что положит Бог на сердце, когда огонек, смену, человек закон, газеты все пересчитал, радио прослушал, телевизор посмотрел, 5 минут, что Бог положит на сердце? А сердце переполнено, туда ничего нельзя положить. Когда ты на молитве и для Бога говоришь, отвергаясь всего, теперь, Господи, заговори со мной, Бог тогда что-то положит. И то не сразу. Божьи мысли, Божье явление непонятно было даже для святых, самых больших святых. Вот представьте, избрание в царя. Это такой сложный вопрос. И Бог поручает избраннику от чрева матери, Самуилу. Он приходит, и Бог показал, куда идти, какая дорога, какой район, какое село. Семья, наконец он вошел. У тебя дети есть? Да, есть. А сыновья? Ну не женщину же избирать, царя. Есть сыновья. А сколько у тебя? 7 сыновей. Правильно, Бог меня привел. Заходит старший сын, красавец. Сильный, статный. И у него мысль сразу, этого Бог избрал. И вдруг Господь говорит, не избираю. Почему? Вопрос не задается Богу. Уже все, он никогда царем не будет. Так он, может быть, жил свято, он, может быть, только вышел из комнаты с молитвы, Библию читал. Все верно. Но избрание делает он, сам владыка, который дал ему жизнь. Один за другим заходит. Нет, и Господь тогда сказал, он смотрит не на рост, не на вид, не на знатность, а смотрит на сердце. А это сердце видит только Бог. И в ком он увидел доброе сердце, вы знаете, это пастушок Давид будет. Этот пастушок Давид, когда придет к братьям, когда они на фронте были, они сказали, мы знаем, у тебя злое сердце. Ты пришел посмотреть, как сражение будет. Привык там телевизор-то смотреть. Он, наверное, в компьютерные игры не играл. Но они узнали, какое у него сердце. Больше Бога не старайся знать. Все они знают, все, кроме самого себя. Я вам сегодня об этом как раз и скажу. У меня неделя была очень напряженная. Я не работал нигде, я освобожден.
размышлял и молился. И Господь кое-что прояснил. Почему? Я вопрос задаю Богу. Почему? Скажи мне, Господи. Может быть, я нужен в этом исполнении? Вот в этом деле, которое дело-то делается. Вести собрание, надо готовиться. Придут люди. Их надо выслушать. Найти, кого не было. Заниматься будут другие, время, чтобы не тратить. И дать им задание, пищу на неделю хотя бы. Это вот что нужно здесь сделать. Вы знаете, сегодня сочельник называется рождественский. Есть выражение «рождественская звезда». Есть обычаи народные. Их просто так ты не отмахивай. Сначала рассмотри, расспроси происхождение, корни откуда идут. Оказывается, по календарю указано постный день. Так воскресенье сегодня. Ничего не сделаешь. И как? По уставу этого нет, что на вечерней заре. Но так принято во всем народе. Притом происхождение уходит в глубокую древность. Не есть до вечера. До появления первой звезды. Как у мусульман, когда ты не будешь различать нитку белую от нитки черной. А потом разрешается с растительным маслом. А что, дальше идет богослужение, надо подкрепиться. Вот в чем дело-то. Ночью бодрствует. Мне встречались люди неправославные, которые говорили, ночь бдения пасхальная, рождественская. Мы никогда не спим. Никогда. И он неправославный. Я говорю, а как пост? Ну как пост? Как по Библии, я не пью и не ем. Вот и все. Человек, который был в узах лет 7, потерял там глаз. Но он так и остался, умер вне православной веры. Я могу только молиться о нем. И в конце жизни своем сказал, меня будете хоронить, поставьте мне крест. А баптисты креста не любят, не ставят. А ему говорят, так у нас не принято. Он говорит, есть православный Игнатий, который приходил к нам. Найдите его, чтобы он пришел и мой крест нес. И я его крест нес. Нес до кладбища. А баптисты шли рядом по сторонам, им надо свое дело, они ничего не могут сделать, крест там не доверен. Как он нас опозорил? Он сказал, эти тумбочки безбожные не нужны мне на могиле. Это не просто баптист, пятидесятник. Более духовные считаются. Один только подошел, мне сказал, знаю, что он был противник мой. Да, для вас нет больше радости, как нести крест впереди поверженного врага. Они говорили, как он нам подгадил. И все, всю жизнь был сектантом и вдруг потянулся. Ну, в чем в другом выражалось, я не знаю. Так что сегодня сочельник. Я стоял и думал, как же оградить наших деток, чтобы они, ну, тоже постились. У мусульман они постятся. В Ниневии 3 дня скотина не ела и ревела. Захожу, сейчас уже жуют. Почему? А есть люди, которые не молятся об этом. Они уже сунули им шоколадки, там все, они уже стоят и жуются. И риски. Возьми на себя теперь. Усиленный пост, кто это сделал? Тому человеку вход туда сказал закрыть за порог, чтобы больше ноги не ложил. Пока не разрешу. Это искушение, искушение не божественное. Вы в прошлый раз слышали, когда сказали, а ты меня антихристом назвал. Но антихрист это человек, не забывайте. Антихрист, которым будет сатана. Ниже его сатана. И когда однажды Петр, так называемый верховный апостол, из самых добрых побуждений сказал, да не будет с тобой Господи, чтобы на крест ходил. Иисус сразу сказал, отойди от меня, сатана, не антихрист, а сатана. Люди, препятствующие проповеди, даже не антихристы. Это сам сатана через них подходит. Договаривайте до конца. Почему? Ты думаешь о том, что человеческое. А теперь все человеческое подгоняй под эту строку и устрашись. Я не придумываю, это так и есть. Когда в страхе Божьем человек за все отвечает, что он видит вокруг. Вот несколько моментов, которые хотелось сегодня просто для всех сделать известным. Я буду кого спрашивать, вы быстро отвечайте, чтобы время не тянуть. Николай Кручинин, вопрос. Пожалуйста. Ты почему не в командировке в дальней, а в Барнауле сидишь? Работаю с лесарем. Все, умница. Садись. У меня знакомый, близкий, да теперь даже родственник по жене, очень хороший человек и дальнобойщик, зимой один. Я говорю, как ты можешь ехать один? А если что-то? Ну, многие едут, не езди. Я прошу тебя, Сереженька, дорогой, не езди. Что случится? Проговорили? Так все и есть.
Теперь только оттуда телеграмму ловить. Вышел ремонтировать, а ведь застыл. Температура-то не летняя. Внутри надо разогревать. Как уж разогревал, не знаю, но тепло было. Заснул. И, наконец, вспыхнул, как факел. Горят ноги, горят руки. Выскочил на улицу. Как же тушить-то на самом себе? Я не знаю, когда он теперь только прибудет, но где-то доехал. Какая-то там бабка приняла что-то. Маленько помогли. Наконец, через сколько? 2 дня до больницы где-то доехал. Вот и все. Не ездите, не рискуйте. Это не то, что не рискуйте, это искушение. Да я не могу, деньги нужны. Теперь нужны тебе деньги? Теперь ты никогда не будешь ездить. Эти места у тебя будут мертвы даже летом. Я тебе в первую очередь вспомнил. Не езди. Если есть жена, повиси на нем. 2 руками обхвати и виси на нем, как плеть, и не отпускай. Зимой не выезжайте одни. Смертельно опасно. Мы эту неделю только о нем молимся. Звать его Сергей. Надежда Васильевна, родной племянник. Сын Нина Васильевна. Кому это понятно, значит, помолитесь. Он еще не приехал. Говорили, руки обгорели, это ноги обгорели, трикопция горела. А теперь и руки. Значит, не игра. И надо прислушиваться. А я умолял, я не просто говорил, я умолял. Не езди. Это может случиться. Случилось так, как... Не то, что я... Ну, это естественно, это же техника. Ну, трассу прочистили, а где-то не прочистили. Потому что оно ответвление в сторону на Благовещенку-то идет. И застрял, и сразу заглохло. Залез сразу по колено в снегу. Ну, еще дальше-то. Из дома не надо было уезжать. Так, теперь подготовимся к Рождеству. Сегодня, как договорились, батюшка говорил, вечером кто хочет, кто может пойти в храмы Московской Патриархии, какие есть. Но с расчетом, чтобы утром у нас во сколько, также в 8 часов, были здесь. Исходите из этого. Ты можешь там всю ночь молиться, и оттуда сразу прийти сюда. А не так я пойду туда, сюда не приду. То ты помни, остановка у тебя здесь. Ты можешь ночью сходить, вечером, когда у них богослужение будет, а утром, чтобы здесь вместе пробыть. Завтра в 8 утра, как я понял, так батюшка говорил? Ну, батюшка так именно рекомендовал, да. Ну, мы это и приняли, у нас каждый год так и есть. Ночью он сказал, плохо уходить. И, значит, сегодня вечернее богослужение здесь не будет, а там, кто рядом, где может сходить, московский шам. Кто может, кто желает. Но чтобы утром пришли все сюда. Сегодня до вечера постарайтесь воздержаться. А то у меня одна знакомая тут была, Татьяна Буряка, они вот так есть захотели. Мы, говорит, встали на балкон, увидели первую звезду и скорее в избу. А потом разобрались, на кране горел фонарь. Ну ладно, не в этом дело. Я хотел сказать о пророчествах библейских. Написано было, говорит, поселятся, это Ной, и все знали, люди, в шатрах Симовых. И Иофет распространится. С чего ради он в шатры полезет его, когда у него свои шатры? Никто не знал. И наконец пришло время, когда мы-то от Иофета происходим. И потянулись шатры Симовы. А когда люди не дожили до того момента, они говорили, Сим, какие шатры его развеяли, этот еврейское племя по всей земле? Ничего. Будет Симов шатер. Шатер в Вифлееме. Вифлеем переводится «дом хлеба». Запомните с еврейского на русский «дом хлеба». И мы от Иофета, ну они родные братья были, все-таки мы поселились в шатрах Сима. Вот откуда слово «антисемит», которые против Сима идут. Никогда, я говорю, хотите иметь благословение, не проклинайте евреев. Никогда. Ты можешь не одобрять, промолчи. А скажи, я благословляю этот народ, хочу получить благословение, чтобы они познали Христа, чтобы они обратились, чтобы они познали истинного Мессию как Бога. Что тебе доказывают? Это прямое повеление от Господа Бога. Я хочу нарисовать планы вам, о чем молиться. Вот мы разговаривали о том, что наш путь вот в этом году, в 2012 году, был очень успешен. А на следующий год, вот кто знает этот год, мы наметили быть за Москвой и далее пройти по Европе. Мне положена мысль, что мы должны подготовить все к третьему этапу, он может открыться нынче летом. Для сего нужно паспорта дальнего зарубежья на все государства, какие есть в Европе. От Греции до Англии, до Португалии, Скандинавии, Прибалтика. Надо, чтобы человек, знающий, грамотно узнал, что нужно, какие документы. Мы сделаем запрос, 2, чтобы оттуда нам пригласительные были.
Это надо начинать прямо сейчас. Время уже пошло. Пошло наше время. У нас еще время есть. Так, я просил, вот брат, он опытный, он, избери еще кого-то себе в этом деле. Нас трое будет. Мы дадим данные. Я, Виктор Николаевич Савченко и Николай Павлович Крущина. Я правильно величал? Значит, прямо на молитве это на первом месте. На втором месте это книги, которые готовы, все, но издать не можем, денег нет. Одна книга издать, 1000 экземпляров, 340 тысяч. Почти в 3 раза дороже стало, чем было. Это невозможно издать. Абсолютно никак. Но я по-прежнему по копейке-то откладываю. Да, даже 1000 недавно кто-то дал одну, я все равно ее положил и сказал. Он говорит, это определите, куда надо. Иногда говорят, вот вы ездите где-то далеко, а своих-то меньше и меньше становится. Но это так. Нет пророка, чтобы не был в чести, кроме как в своем отечестве. Я вчера специально занялся проверить. Самый большой апостол считается, самый плодовитый апостол Павел. Он из Тарсов, рожденный в городе Тарсе. А Тарсе упоминается 4 раза в Новом Завете. Первый раз, когда его нужно было спрятать от иудеев, гонящихся за ним апостолы, решили послать его в Тарс. И он ушел туда. И другой раз, когда там с Варнавой встретились, тоже Тарс. Почему нет ни одного послания тарсянам? Каким-то галатам, диким племенам? Почему нет у него родственникам, родным? У него все родство там было в Тарсе. Нет? Ни одного слова. И ни одного слова не написано, чтобы обратился какой-то Тимофей. Полукровку находит в другом месте, а я чистопородный еврей. Еврей от еврея, он как говорит. А вдруг находит какого-то Тимофея, у которого отец-то был елен, грек. Это вообще запрещенный брак. По-нашему сказать бы сурас, незаконный-то. Но самый плодовитый из всех учеников. К нему даже 2 послания написано. Вот и ответ весь. Это закон такой. Мы тебя знаем, кто ты такой, да что-то. А там не знают. Я когда выставил только что в Mail.ru, мне пишут, выставил на форум, сразу же ответ поступил. Что там говорят, давайте, настолько это интересно, настолько восхищаются люди стихами, фотографиями, что у нас есть, заходят где-то. А своим это нужды даже никакой нет. Вот сюда только заходишь сразу, а долго тут будет, еще не зашел. Да еще 10 нету, еще полслужбы у старообрядцев не прошло. Куда рветесь-то? Вы дома-то сгнивать будете, придет время. Неделю все встречаем где-то отсутствуем, один раз приходим и уже скорее бежать домой. Это человеческое все. Ты настройся на то, что я не уйду, пока все не узнаю. Да записывайте, возьмите себе, чтобы не забывать. Я прослушал, и я забыла. Чтобы не забывали. В Деяниях апостолов об этом говорится. 9 глава, 30 стих. И 11 глава, 25. Вчера я говорил об одном изречении, я напомнил мне один закон Мерфи. Мерфи, нужно говорить, нет, правильно? Мерфи. Мерфи. Вот интересный, какой он закон вывел там. Все, что есть в жизни хорошего, а у тебя было хорошее, правда? Это или незаконное, или аморальное, или ведет к ожирению. Особенно последнее. Это хорошо, ничего не заботишься. Богу это не угодно. Довольны для тебя благодати мои. Поэтому сегодня уже молитвы распространяются такие, что я молюсь за гонителей и дай мне гонителей моих. Мне гонители. Находят молитвы, там, как оптинские старцы. Такой молитвы я не знаю. Наоборот, надо молиться, чтобы не было. Господь говорит, не веди в искушение. Это уже через край пошли. Они не знают, что такое. Мы просим, чтобы их не было, а будет в меру. И об этом молился апостол Павел. 3 раза я просил Бога. Он молитвы считал. Помолился, палочку поставил. Я понял, их считать надо. Сколько раз я молился. Я об этом молился. Вот, допустим, у меня желание вот, получить это. Я посмотрел 1 раз. Вот об этом я молился 1574 раза. Я точно знаю это. А ответ получен? Нет, не получен. То есть он получен, что не время или совсем это не надо. И Господь с ним заговорил. Довольно для тебя благодати моей. А что такое жало в плоть? Ангел сатаны, удручать меня. Это родные, близкие, все, что тебе препятствует, что гонит, это жена тебе, дети, это ангел сатаны. И он жалит, и жалит, и жалит. И жалит не куда-то, говорит, а жалить будет в пету. Почему? То, где ты соприкасаешься с земным, он тебя жалит не там, где ты уже усвоил православные догматы. Он тебя не опровергает учение Троицы, не говорит, что не надо причащаться, ходить в церковь. Он по-земному будет тебя.
жарит пету, а ты бей его в голову, поражай. Это сатана. Нам очень трудно это понять. Златоуст говорит, кто бы нам что ни делал, мы сразу гнев обращаем на кого-то. А это не он делает. Он всего сосуд, через который сатана пытается довести до дела, что он затеял. Он, сатана не может так просто. Вот из воздуха вдруг сейчас бы деньги стали. Он через человека говорит, знаешь, такая организация есть, вот тут можно поиграть, там в интернете деньги зарабатывать. Это сатана. Павел говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны, их надо разгадывать. А что он хочет? А что за этим кроется? А куда это выведет? Сегодня политологи учатся, они слепые, они ничего не понимают. На какой версте находится развитие человеческого общества? Сегодняшний день, подготовка к принятию Христа. Это всего лишь память. Праздновать этот день стали уже в 4 веке только. Даже к 5 пошло. Он был вместе с нем с крещением. Крещение ставили на первое место. Как ни удивительно, говоря, что он выходной был, никто этого не знал. В один день праздновалось. Вот у нас в один день, после 19 января, день общины будет. Не забывайте, подготавливайтесь. Вспомните, что вам хорошего Бог дал именно в общине. Не будь общины, вы бы ничего этого не получили. И сколько труда было положено здесь. Не оценивши это, они просто уходят. И они не поняли ничего. Им разницы никакой нет. Они будут по колено в мусоре ходить в другом храме. Они не знают друг друга. А ты о них молись. Я с самым маленьким хочу поговорить. И перейти к нему, привести к самому большому. Написано, что если изничтожное, извлечешь полезное. Был такой человек, подвязался, Яков. Но своевольный был. Все по-своему. В конце концов он натворил такие дела, притом не где-то, а сам с собою. Но искушение приходит. В каком возрасте? У женщины какие-то ограничения. Мужчина может, там 80 лет, и от него может там ребенок родиться-то. И он ничего не придумал, как взял, а скопил сам себя. Операцию сделал, подкастрировал. И дальше что это было? Повеление настоятеля, когда он узнал, немедленно изгнать поганца, чтобы его духу не было. И как за него молили, братья, все, он один, у него ничего нет, он погиб. Тогда разрешил в самом дальнем углу монастыря, и чтобы не выходил, и никто к нему не подходил. Да он теперь кается, не надо его покаяния с ним пусть будет. Не подходить к нему, он сквернавец, он посягнул на то, что Бог даровал человеку. На этом есть несколько канонов, люди, которые оскопили сами себя, как Ориген, достойны проклятия. А у него началось с малого. А малое было в том, что он не знал меру, сколько поесть. В горшок положен, много, не доело, там же жара. Он в окно выбросил, у него окошечко маленькое, он там бобы. И однажды его настоятель к себе пригласил и тоже бобовой кашей угостил. Он поел, когда я говорю, у тебя такой он вкусный бобовый этот суп, то у меня такого не бывает. Он тогда ему сказал, брат, поверь, это все, что я тебя под окном подобрал. Я подобрал это, промыл и тебя накормил. А ты это выбрасывал. На днях нам дали пшено, в котором завелась моль. Ну, завелась и завелась. Я посмотрел, а ведь моль-то тоже съедобная. Во что не стало выжить-то. И мы сварили, и кажется, такой каши вкусной даже и не ели. Мы вчера это из этой, да, из этой. Насколько же она вкусная. Так что проверьте свое меню. Нет ничего у вас лишнего. Воду, все, которое мы вчера всплыли, ситечком долой, все остальное чистое, хорошее. Берегите все, иначе картофельную шалупайку будете на помойках собирать. Придет время. Я говорю о молитве. Что можно сделать? Вот у меня искушения идут. Вот брат Игорь Дубинов как раз сказал, вас давно не годят целый месяц. Поэтому родственники, близкие начинают подниматься, подыскиваться, он ничего даже не понимает. Но однако это есть. И я это принял как от Бога. Перестаньте, когда вот вы разговариваете, когда я говорю, это записывается, и потом везде бур-бур-бур, ни одного слова не сдавайте. Теперь ты будешь бурчать по всей вселенной. Потому что я уже в Ютубе выставил 375 роликов, 375 фильмов. Там буквально все сейчас наполнено, и люди идут и смотрят, правильно название только дать. И вот какие бывают гонения? Гонения бывают в порицании, в потере, в нападках. Знакомый мне священник очень хорошо к нам относится, мы у него были, и все засняли.
Все открыто было. И я выставил это. Он когда позвонил, я говорю, ты зайди туда, потому что YouTube оказывается, дочернее предприятие, так называю я, Google, и все это выставляется в Google есть. Я вчера зашел, там определенно, под красивыми оформлениями, одна страница, другая, разные общества организуют под наши ролики, а у них у своих все общества. Я до того удивился, нам никогда так даже, кажется, не сделать, так красиво. И все наши ролики выставляют там, смотрят. Необычное появилось в мировой сети, именно вот это необычное. Все открыто. Одно дело, когда пропели, вот поют общину, второй раз поют, а у нас все абсолютно. Что у нас есть, выставлено, мы ничего не поем. Открыто. И люди это, на этом научаются. Как бы мне хотелось побыть здесь. Этих вчера только я получил, может, с полсотни. И глаза всматриваются. Это там и дети, и как ангелы, и там что только не говорят. Я думаю, только бы не приехал никто. И вот этот человек, которому я сказал, батюшке, я говорю, ты зайди, он зашел. И я говорю, ты там себя заряди, такие-то слова, ну, два слова Игнатия Лапкина, чтобы легко было в Гугле, добавь слово такое-то. И он сразу нашел. Нашел, ну, а я раз много раз бываю на молитве, как раз он меня захватил на молитве. Ну, на молитве я тогда с этого начну снова молиться, а пока прослушаю. И он сразу с напада. Как так? Я думал, это мы дома. Вы показали, что у меня в комнате. Тут воры обворовывают. Тут узнают. Понятно, воры обворовывают, узнают где-то. Еще что-то там. Да мы говорили, я же открыто говорил. Я там про архиерея говорил. Архиерея теперь узнает, что будет где-то. Я говорю, подожди. Ты то на суд Божий не собираешься. Да тебе это как раз нужно было в частном порядке архиерею сказать. А что ты сказал? Наш архиерей тоже ничего не делает. Ты ничего же особо не сказал. Ты солгал? Иди кайся. Да нет, так и есть. Тогда в чем дело? Так, молись. Я сейчас становлюсь на молитву. Я уберу сейчас. Скажи, что убрать. И скорее на молитву. Я еще не отмолился. Звонок от него. Я все понял, ничего не убирай. То есть его убедить нельзя никак. Это только Бог сделал-то. Все, и на этом закончилось. Ну, кажется, все нормально. Вечером Володя у меня приходит, за кем он ухаживает, помогает, Михаил этот. И тот говорит, Игнатий не прав. Он позвонил, ты что, Моисеева закона держишься или Христовой благодати? А сам был баптистом, мормоном, где ходил, всю жизнь курит, пьет, матерится. Но ему надо под меня подыскаться, что я-то не такой. Какой есть, такой есть. Все. Он его объявил. Объяви. Я сажусь сейчас за Библию. Библию-то я знаю не хуже его. Я сейчас столько на Библию возьму. Я сейчас ему подготовлю материал такой. Я что могу сказать-то? Пакостник дам, жалить плоть. Я скорее на молитву. Сколько-то времени прошло, звонит он. Я, знаете, еще не знаю, совершенно трезвый голос. Ты меня прости, Игнатий, что я делаю-то, а? Я все сужу и сужу. Да кого мне судить-то? Живу как свинья вся. Да я покаялся, теперь все, я даже нигде, нет, ты прости меня. Я говорю, да ничего не имею. Нет, прости меня. Я же вот такое хотел, да. И меня Бог внезапно как осиял, я увидал себя. Понимаете, это все на молитве делается. Я ответы получаю мгновенно и сразу. Я сразу, Володя, чудо Божье, давай на молитву снова, подходи. Подходи. А вам эти слова ему сказал-то, он, почему я его тут зову. Так что, если у вас есть желание прославить Бога, доверьтесь ему, где и как. И все время проси у Бога милости, Господи, позволь мне прославить Тебя, жизнью той или смертью. Подготовьте к исходу из жизни, чтобы лишнего не было, как у цыган, там и телевизор, там делают специально ему камеру, все, а потом эти русские стоят, а потом грабят. Мобильник ему с собой. Как одного, говорит, спросил, говорит, ну спроси, что там, он говорит, можешь самосвал присылать, тут смолы, говорит, много. Это смех, это очень плохой смех. Господь нам говорит, чтобы мы помнили о дне смерти. Но на пути встречается разное. Если о дне смерти только думать, и не понимать, как это думать, значит, все время надо молиться. Вот на этой неделе наши братья пришли, сделали горку. Они уже в прошлое воскресенье, дети подходили ко мне и спрашивали, а горка будет в этом году? Сделали эту горку. Был вопрос, снять или не снять вот эти щиты. Я остановился на том, что снимать не надо, какой-то бортик. Желательно, чтобы одних детей туда не пускать. Сделали горку высокую, она должна с разгоном тут быть. И Володя тут 3 дня все поливал. Потом мы вышли тут вчера с ним подправляли, сколько срезал он. Я тоже пытался помочь как-то. Не оставляйте одних. Высоко, чтобы ребенок там не стали баловаться.
вверху эту планку высоко не задеть, они попытаются, ну, ребенок, не оставлять, чтобы он не ударился. Безопасность максимально создана, только скатиться, там 6 катушек, на которые садиться можно ехать. И думать-то о смерти, ну и детям надо говорить, чтобы там смерть не наступила. Я обошел несколько раз, ну, можно было даже посветить. Высокое, и чтобы они не упали. У кого дети есть, будьте внимательны. Я думаю, с завтрашнего дня уже, в Рождество, они ее освоят. Сегодня не надо, постный день. Это... Я думаю, надо ограждение прикрутить туда. Сейчас подумал. Ограждение прикрутить, я думаю, надо. Я не знаю, пока вот как у нас есть, у нас все хорошо получилось. Ничего лишнего не делать. Что там? А можно? Есть такая мысль и у святых. Считать каждый день свой днем последним. И вот в прошлый раз зачитывали здесь письмо. Я дал продолжение этому письму. Во-первых, брат Севастьян отсканировал его, как сфотографировал. Там синее, где красное было, все. И мне прислал почту, я уже выставил. Потому что тот, кто писал мне, он просил, выставил в интернет. Ну, ты не выставишь, если ты боишься. Выставили, все, 7 листов. Ну, а дальше я там места писания выписал. Я ничего вообще на это не отвечаю. Ни одного слова. И я написал письмо. Прочитай, пожалуйста. Послушайте, попрошу об этом помолиться. Устинову Владимиру Александровичу. Мир и радость и всему его родству. Ты выразил огорчение, что я тебя не выслушал до конца. Но это поправимо. И мне видится это так. Назначить встречу в любом месте, при любом количестве людей. Оптимальное число не обозначено пока. И место встречи. Мои личные предложения. У меня здесь в Барнауле, в Трапезной. Или здесь на квартире, где я живу. Какие твои предложения? Поехать зимой я в Потеряевку или еще куда-то не могу. Непременные условия всех встреч – беспрепятственное видео, фото, аудио и конспектирование. Будь то наши или ваши люди, или корреспонденты-журналисты. И обязательно будут назначены по согласию наблюдателей, чтобы каждому было дано равное время. Вначале по 15 минут, а затем по 5. Общая продолжительность встречи пока не обговорена. Присутствующие могут помогать только через записки, очередность по жребию. Тему можно конкретизировать. Мои предложения – жить не по лжи и о благовестии. Храни вас Бог. Слава Иисусу Христу. Игнатий. 02.01.2013. Так, это я выставил тоже в интернет туда. Так, перед ним подержите, чтобы он мог заснять. Это сестра Татьяна написала, где поклоны делать нужно. Вы представляете, все здесь ознакомитесь, прочитайте, вам не запомнить. Кое-что перепишите. Желательно, чтобы это знать. Так, это письмо... Ага. Кто-нибудь возьми здесь, повернись. Вот так, подержите. Это я тебе дал. Когда будут приезжать свои, давай. Там этим ребятам дать. Вот так, чтобы он мог сзади снимать. В раскрытом виде. Держи. Немножко так жаль, ты мешает. Пускай. Вопросы какие есть? Потому что Новый год прошел, ну, мы встретили его до 12, пробыли, потом встали на колени, поблагодарили Бога за все, что было, а было много в прошлом году, чего мы не знали, что у нас будет. Конечно, главный вопрос – это вопрос благовестия. Кое-кто из наших отошли в вечность, умерли, ну, проводили по-христиански, такого несчастного случая как бы не было. Ну, что принято несчастным случаем называть это? Авария, смерть и прочее. За год много доброго мы припомнили, а плохого, ну что плохое? Плохое только от нас зависело. Я вообще-то даже вообще не мог и припомнить. За все благодарите. Так и за это письмо я за все благодарю, но из него я сделал вывод. Это он может быть не последний, он может пригласить своих знатоков, людей, которые могли бы приехать, и дальше провести встречу по всем этим вопросам, чтобы из него извлечь пользу. Пользу. Хорошо, да все, все. Вот. Говорят, а как по-старому? Никак. Мне задали вопрос, значит, кто слышал такого слова, фамилию Стерлигов Герман Львович? Ну, кто знает я его? Я слышал. Так, немного знают. Ну, коротко скажи, кто такой Игорь? Пожалуйста, скажи.
Ну, это предприниматель, богатый человек, решил жить своим хозяйством. Сделал себе большую усадьбу, там у него корова. Это кратко я скажу вообще о нем. И все, да? Да, он бородатый. Так, понял. Так, что ты скажешь еще? Дополните. Сейчас. Ну, я хочу сказать, что да, он предпринимателем, был предпринимателем в 90-е годы, когда так называемые лихие 90-е очень быстро разбогател. Бывший жулик. Ну, очень быстро разбогател. Ну, не миллионер, а называют миллиардер. Миллиардер, да. После чего все оставил и уехал в деревню. Живет, ну, как сказать, ну, правда, как сказать, все оставил. Но Деньги он не оставил. Ну, конечно, да, предпринимательской деятельностью он не занимается. Уехал в деревню, но на то, что у него было, он купил породистых овец, породистых коров, ну, очень породистых. И живет в деревне. Единственное, что, ну, что могу сказать о нем положительного в отношении воспитания детей. В школе, то есть, преподает, учит сам, в школу не пускает, телевизора дома нет. Так, еще все, да? А вере его что скажешь? Но о вере его ничего не знает. Так, кто знает больше о вере его? А теперь, в общем-то, обрисовали правильно. Да. Ну, я видел этого Стерлигова, как ни странно. Так что я с ним знаком. Прям за руку поздоровались мы с ним. Начали беседовать, когда он был у Никиты здесь, Санарова, в магазине. Я зашел туда, там у меня было такое, как негласное такое наблюдение за его книгами, да, вернее, за книгами Игната Тихоновича. Я туда приходил, и там некоторое время находился, и люди приходили, если... Я беседовал с ними, рассказывал о книгах, такой, ну, Никита тогда не выгонял, в общем, нормально было. И он как раз зашел и смотрел книги, я ему рассказывал о книгах Игната Тихоновича, и мы там с ним немножко начали дискутировать. И в этот момент там, ну, как раз Никита зашел и мне говорит, ты... А там еще Света была жена. И говорит, ты, говорит, это, с ним не общайся, говорит, это, говорит, наш гость. Не надо, говорит, его тут раздражать. Я думаю, что такое, не понял. И он был там с двумя детьми. Ехали они в Горный Алтай. И они потом вместе с Никитой, там с детьми, они собрались и уехали в Горный Алтай. Это было в начале 2000-х, 2001 где-то год. Он православный, ну такой же, как Никита, сам по себе. То есть попы, это ясно, они всех обманывают, ну, молиться надо, естественно, храм в душе и так далее. Ну, считает себя православным. Борода у него очень, очень уверенный в себе человек, самонадеянный, да просто очень сильно самонадеянный. Ну и уехал он по тем же причинам, вот помните, там в этом, где они там были, прятались-то, вырыли себе пещеры в Пензе. Вырыли пещеры, он туда приезжал к ним, его попросило правительство, там Медведев тогда был, чтобы Стерлигов приехал, поговорил с ними, как уважаемый человек верующий, и он туда к ним приезжал, дырку там эту с ними перекрикливался, и, ну, там рассказывал им, что это все не так будет, он хорошо Библию знает. Ну, Библию он знает, читал это точно. Но все остальное, конечно, дойти до таких высот духовных, до которых дошли те люди, которые нам написали, ну, нашу литературу, как Иоанн Златоустый, чтобы можно было себя обличить, но этого у него нету пока. Ну, может быть, что-то сейчас... Все, ладно, понял. Значит, дело в том, я почему сказал. Обо мне шла речь. И вдруг мне задают вопросы. На наш форум пришел человек, назвался крестьянином, и говорит, вот, откройте, посмотрите. У него свой сайт. Ну, с нашим даже он близко не стоял, несравнимый даже и... Простенький такой блог свой, и мне пришлось много времени потратить, все оттуда скопировать, потом просмотреть, проштудировать, отзывы какие о нем. Ну, я спрашиваю, это все его? Да, это его, это не без подделки нет, никакой нету. Вот о чем сказал брат Игорь сейчас, самоуверенность, самонадеянность, то другое, ты видел это все в эмбриональном состоянии. Во что это вылилось, ты не знаешь. Uh-huh. Он теперь во что я верую, пишет. И дальше другое, симфония дел. Моих ошибок. Целая симфония. Каталог. Что он делал? Неправильно делал, неправильно делал, неправильно. И все. То есть его заносит с одной стороны другую. Но самое главное. Он пошел путем, которому пошли старообрядцы. Он к старообрядцам льнул. Пошел тем путем, которым у нас пошел Судников Николай Николаевич. Старообрядцы как? Ни коньяне, ни действительные. Мы действительные. У нас настоящее рукоположение. Вот.
Эти теперь старосельные говорят, старобрядцы плохие, только старосельные греки, у которых старый стиль, старый календарь. Он пошел еще дальше. Неправильное летоисчисление идет. Не 4 года, которые найдены. Все неправильно. Дальше. Все ересь. Ересь все православные церкви до одной. Все, какие есть на земле. Про католиков, сектантов говорить не надо. Для него они не существуют. Это просто люди, которые никогда близко не были. Все старообрядцы, еретики до единого, какие есть. Все старостильные греки, все еретики. Но он, Герман Львович, нашел где-то одного епископа. Ну, чтобы узнать, какое рукоположение, как поговорить-то, он его скрывает. А в конце того, а может быть, еще кто-то где-то есть. Как вот это опасно суживание. А теперь что получается? Как у нас Волков уходил, вот он, ну, допустим, я говорю, я в интернет выставил материал. Я о нем не могу судить, я не знаю. Но согласно материалу, я говорю, бывает колонна, люди идут и говорят, Царство Небесное. Ну, он-то там где-то уже отстал на шаг, на два, на три. Он никогда и не шел, и не думал идти. Наконец засел в кустах и сидит. И он думал, как же теперь мне первым-то быть? Он привык первым тут, у него было какое-то предприятие Алиса, перепродавали там имущество, то другое. Это все это на грабеже, на обнищании народа. Миллиарды в бедственное время даром никто не давал. Это значит вовремя подсуетиться, знать где сделать. И он не работал, это не заработанные его деньги-то. Совершенно-то. Его прямо указывают на это все, которые выступают священники, знаю. Крайне бесчестный там его товарищ, который делает, брали и тут же сразу, как мамроди. Это пирамида, та же самая, бежать куда-то. Но вот верит-то он здесь, он выступил против всей Вселенской Церкви. Какая его в этом заключается вера? То есть ничего нет. Он теперь повернул все неправы, и он на 1000 километров отстал, но он теперь-то 1000, если туда идти-то, он первый на 1000 километров оторвался от всех. Это синдром подшвангела называю. Сатана, если был сброшен, он теперь объявляет, да, суд Божий будет, все будет, но победу одержит сатана, Христа свяжет и бросит в огонь. То есть у него вот так вот. Это у него точно так же. Библия, перевод, это самый негодный перевод, который у нас есть. А какой правильный, он его не имеет, его нету. Этот пошел намного старше старобрядца. Старобрядцы этот перевод хотя бы некоторые покупают, читают. Вот, брат Владимир, он прямо из синодального перевода выдержки делает. То есть он к нему относится, как положено относится. Этот никого, он его еретиком считает всех. Я в них, в его учение, посмотрел где, ну и написал дальше. Что я могу сделать? Единственное, что молиться. Звать его Герман. Я в прошлый раз говорил о Невзорове, а у меня немного таких людей, которые там, это Людмила Плет, вот, Горбачев, Михаил его звать, Невзоров Александр, сейчас Германа поставил, ну и Карен у меня был режиссер, там несколько, то есть не больше 10, о которых я постоянно, многократно в день молюсь. Звать его Герман, приятной наружности. Но он настолько везде пытается сунуться, как Ломоносов. И все ошибки, одни ошибки. Ветряки строить нельзя, электричество не нужно. Пахать только на плугом, трактора долой с поля. И пацан у него один ведет лошадь, а другой за плугом стоит. Ну что, смеяться-то? Ну. Ему говорят, ну враги нападают, ты еще картечью будешь от овечек заряжать туда навозом, стрелять в них-то. Но оружие тоже готовит. То есть он как будто, или он издевается над всем тем, что есть. Ему говорят, ну все, вплоть до пуговки, это же промышленность сделала-то. Значит, отрывай, делай палочку-то. Вот я просто утрирую и говорю. Все абсолютно никак не годно. Скважины больше 100 метров, в которой вода хорошая, только в туалетах. Почему она не живая? Это он уже от Петрова набрался. То есть это вплотную скатился к пантеизму. К боготворению природы у него есть. Это опасно. Самой правильной золотой серединой прошли святые отцы, ничего не отрицая и правильно пользуясь. Правильно. Правильно пользоваться, это означает, как Священное Писание говорит, к нему подойти я никак не подойду, он Библию отрицает, он отрицает ее. Для меня он богохульник, самый настоящий антихрист. Но я написал, насколько же он хороший человек, высказал, а в отношении веры он просто богохульник, его всю церковь, всех до одного. Его анафеме предали бы сразу в царское время, сейчас никого не предают. Мы признаем благодатность московской патриархии, греческой, ну какой бы то ни было. А у меня более широкий кругозор на это. Я признаю благодатность всех 5 ответвлений, которые были. То есть и католиков, у кого есть истинное рукоположение. Здесь он сузил вплоть практически до одного человека. Ну как кто тут? Ясно, что я только остаюсь.
Я вам это рассказал, вам это не помешает, чтобы вы знали о нем. Кто хочет побольше узнать, зайдите в Google, такая система поисковая. Ну, я на форум все это выставил. Звать Герман, Герман Титов. Помните, такой был? И этот Герман, он нуждается в помощи. Кому он помогает, не помогает, я этого ничего нигде не прочитал, не знаю. Я знаю только одно, что это живая душа, душа метущаяся, и если только он искренне ищущий, ему нужна помощь. Как? Я сказал, вот я молился об этом человеке, об этом, и ответ где-то. А ты получил ответ? Нет, не получил. И может быть, никогда не получу. Может быть, человек перешел ту грань, за которой молитва не достигает. Черная дыра, провалился в нее. Где уже похулен Дух Святой. То есть он все таинства, все хулит абсолютно. Все это не действительно, все еретики. Себя с этого сохраните. У кого есть истинное рукоположение, такие как старообрядцы, Белокреницкая, другие, это настоящая церковь. Это настоящая церковь. Только в ней не по-настоящему они живут. Они не идут на благовестие. То есть истина есть, но служители у нее не истины, как так выразиться. Надо ревностно трудиться там, где ты есть. Вот вам, что я сегодня хотел сказать. Можно. Вопросы? Можно? Про Виктора Андреевича. В то воскресенье съездили к Виктору Андреевичу. Игнатий Тихонович там был, Володя был, брат Сергей, сестра была Надежда. Ну, я тоже был. И мы к нему зашли, он такой радостный, такой подтянутый весь, как будто готовится идти на работу. Поиски, а и на костылях. Ну так шустро обращается уже и нам открывает и двери на эту, хоть один костыль под мышкой как-то. Но у него там такая лежанка там сделана, подвешена, все, занимается. Сломал с внутренней стороны, выломал себе стопу полностью. Вот эта косточка, которая идет вот под этой здесь, она прямо у него сломалась. На правой ноге, да? На правой ноге. Я все было потому, что, в общем, ну, Игнатий Ильич его спросил, когда, что было. Ну, это тоже познавательно, это пример. У нас и была Надежда Павловна, когда вот она, помните, тогда сломала это, и там все началось у нее, и закончилось смертью, в принципе. Ну, это да. Все записано и выставлено в интернете. Да. Мы все записали, прекрасный ролик получился. Он начал переходить через дорогу, причем сам нажал кнопку, там загорелся зеленый свет ему, вот этот переход. Он говорит, я пошел... И что-то как-то просмотрел, с другой стороны машина прям выскочила, говорит, прям рядом пролетела, он поторопился идти, наступил на вот эту бровку, которая через дорогу-то туда поспешил. И в этот момент нога у него подворачивается, он говорит, я, говорит, всем телом опускаюсь, она хрумкает. И он ее сам выправляет, он же уже все-таки медик и еще какой. Он все понимает, я, говорит, раз ее выправляю, чувствую, говорит, такая боль какая-то вяжущая и... Как потекло все, так стекло вниз и как хруст. Но я думаю еще, может быть сухожилие. Еще пошел, стоял на почте, очередь стоял. И все думал, да там три человека, думаю, попроситься, что вот нога подвернул. А потом скажут, да придуривается мужик, стоять не хочет в очереди. Да стоял очередь, вот совесть. А потом на автобусе уже, говорит, когда присел там, уже в автобус вела женщина. И, говорит, такая оказалась расположенная, я ее попросил, она довезла и там остановила. То ему же там идти еще вот до этого своротка-то. А она ему туда провезла, говорит, всех благ пожелала, он говорит, ну я доковылял. А потом скорая и 5 недель гипс пока. Все, 5 недель, да, потому что перелом множественный. Вот эта косточка вся разлетелась в дребезги у него, да. Так что помолитесь за брата. Ну, он такой бодрый, такой, да. Там и жена, видно, и участие принимает, прямо она в глазах у нее такая расположена. Кто сегодня к нему пойдет? Я хотел послать ему подарок. Да, передайте, самое последнее, то, что у него были записаны здесь, это подарок, скажи ему. 4 диска. Да, да, всем поклон он передавал. Помоги, Господи, ему. Да, он дома. 5 недель сказали ему быть. Ну у него там что? У него там полный дом чаша. И дочка там с мужем, и сын, и жена. Ну, слава Богу, говорит, у меня на руках все. Слава Богу, заживает. Все приняли хорошо нас, и он всем передавал поклон. И говорит, на крещение мог бы даже и приехать. Я говорю, не надо, сиди спокойно. Скользкая дорога, особенно когда снежком припорошена, это самое опасное. Даже воробец потыкается. Не ходите, я говорю, сиди дома, обойдемся без себя. Правильно. Это и возрастное не так быстро зарастает.
Что? Узнай. Я хотела вот что сказать. Хотела привет всем от Зои Деяновой. Погромче хоть чуть-чуть. От Зои Деяновой привет передать. Ой. Она звонила насчет календарей, но она каждый год заказывает. А я о другом хочу сказать. Вот привет вам передала о другом. Я ее спросила о Максиме. Как твой Максим? Она говорит, ну, это мой крест. А что? Не работает. Ночь играет на компьютере. А день спит. И все. Вот это его бабушки, вся жизнь. И я хотела просто вот и бабушек, и молодых наших предупредить. Смотрите внимательно за своими детьми. Потому что игры увлекают очень. И не просто на компьютере, а телефоны у нас есть. Они закачивают эти... В школе учатся первый, второй класс, они уже вовсю вот это вот с техникой с этой. Поэтому, да... Это настолько, это хуже наркомании. А сколько ему лет? Игромания. Вот. А он в университете учился. Все у него как бы это было. И вот, пожалуйста, какой результат. А почему еще? Я спросила, говорю, а как же так получилось-то? А говорит, маленький, когда был, Катя же его воспитывала. 22, наверное, где-то. Зорина дочь. А напротив там был и горный зал вот этот. И он, вот этот малыш, он ходил туда, в этот игорный зал. Сейчас. И все. Около 96-го мы пришли, ему было... Таня, об этом я все время говорю. Побольше, 21 или 22? Где-то 93-го. А? Где-то 93-го. Мы когда пришли, маленькие были. Уже говорят. Я хочу ко всем обратиться. Год закончился. Рассчитайтесь, пожалуйста, вот по квартире, по дому. Да. Подойдите ко мне, пожалуйста, кто там еще не готов. Вот, видите, там останется, там у вас за полгода. Погасить долги, за у кого остались. Нам Бог слишком много дал. Поэтому без искушения никак не может обойти, чтобы наши дела были угодны Господу. Вы подводите итог. Вот сегодня считал ты, Игорь, ты считал Данила Сысова, просьбу больше не считать. Во-первых, это нарушение канона, прямой канон, на это гласит. Я его уважаю и считаю святым и на небе. Но есть канон, который в церкви запрещает считать. Он говорит, это может, но не считать. Кроме того, что утверждена церковь. А церковь утверждена определенный канон, и написано, ничто иное, да не считается. Прямое указание. Вот и все. У нас есть Златоуст. Из Златоуста 12 томов, пока считаете, первый том, второй уже забыли. Опять начинайте считать. Этого достаточно. Не против Данила Сысоева. Мое сознание канонизировало его сразу же. Просто это есть канон. И кроме того, ну, нам не надо обвинения терпеть, скажут, а мы вам не говорили, никто нам не поручал этого. И со стороны нам сразу скажут, а почему? И как? Мы не можем этого делать. Не можем не почему-то, а потому что мы православные. Так. Да. А еще, Виктор Андреевич читал ваши проповеди. Ваши проповеди, да? Читал. Кто читал? Виктор Андреевич. Когда? Да. Летом. Я не говорил и не знал. Я сейчас только слышу это дело. Не считать. Из моих книг мои проповеди никогда не считать. Категорически запрещаю. Канон нарушается. Хотя я могу за каждую проповедь положить все. И показать, насколько она жива и действенна, возрождающая людей. Но канон существует. Я ее говорить могу, я говорить могу. Мне не запрещено, я благословлен на это дело. Проповедь ничего нельзя считать. Определенный канон, который ограничивает и сказать, ничто иное да не считается во время службы. Служба кончилась, вот здесь берите, считайте. Во время богослужения, вот о чем, чтобы понятнее было. Может быть, речь шла даже о литургии, я не знаю, но я не буду. Лучше взять, говорю, чуть подальше маленько. Сохрани Бог, чтобы мои проповеди кто-то считал где-то. Где-то... Во время богослужения добавляю. Вот и все. Видите, мы говорим, мы не нарушаем канон, а потом сразу нарушение. Нам это не надо, и ничего это не дает. Тем более мы очень богаты, имея такие труды, как Блаженного Феофилакта, Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Да начните считать Ефрема Сирина, вы будете уходить в слезах все. У него плачевная песня, целый том. Том. Эти люди писали, движимые Духом Святым. Вот Иоанна Дамаскина было такое, что он, ну, находится в монастыре, и у одного монаха умер брат. Он скорбит и не может. Вместе ушли в монастырь, вместе трудились, но он умер. И он ничего не может сделать с собой. И тогда он подошел, и Иоанн, ты не мог бы мне что-нибудь в утешение написать?
Но он дал уже обещание, его там спеленал настоятель, чтобы ни одной строчки не писал, чтобы выжить из него мирского. Я считаю, это антихристианское повеление, и не надо было уйти, надо было из монастыря. Мы лишились многих песнопений, многих чудных творений благодаря вот этому запрету. Как можно перегораживать реку чистой воды? И он ему говорит, да настоятель, да никто не будет знать. И он написал такое песнопение, ну, допустим, как «Цветущее Христово там племя». Такое. И он ходит и напевает. Настоятель сразу, это что за песнопение? Видимо, его тронуло. Это не Ян тебе дал? Так, Ян, это ты сделал? Прочь отсюда. Выйди из монастыря, вы знаете, что дальше было. Как он плакал, как просил оставить, выгнать и все, душ святые отцы. Монастырь весь ходатайствовал, тогда только придумал наказание. Туалет у нас есть, вычерпать не лопатой, а руками выгребать. И Божья Матерь только остановила это безумие. Это та рука, которая начертала то, чем церковь Христова питается сегодня его песнопением. И поэтому нельзя это было запрещать, никак нельзя. Отец Даниил Сысоев много боролся, говорил и правильно. Я говорю только о церковном служении. Туда не вплетать, ну, то, что не положено. Может быть, лучше его проповедей даже на свете нету. Я доходчиво сказал? Да. Поэтому мне есть что сказать. У меня здесь больше 1000 проповедей. И я запрещаю одну строчку брать во время богослужения. В том, что было где-то, я не виноват, я не слышал и не знал. Тем более, я даже не был в городе. Но моей вины нет, я не прошу прощения. Я знать не знаю. Пусть, чтобы семя это дало плод свой. Давай. Возьми у него. На него направь. У меня такое предложение ко всем. Я как приехал осенью сюда, и у меня душа до сих пор томится, что мы ни разу не вышли сообща на благовестие. Я об этом думал, молился. И у меня такое предложение возникло, решение. Завтра будет у нас Рождество. Очень подходящий праздник для того, чтобы с людьми начать беседу. Поздравляй с Рождеством Христовым. И уже ты можешь раздать наши визитки, рассказать о вечности, о суде Божьем. Ну, там вкратце, как говорится, как у иеговистов. Чтобы человек заинтересовался, задумался. Вот, и я завтра предлагаю. У нас есть плакаты о сайте. Может, какие-то вот я... В моем мире у меня есть друзья, сектанты, я один, у них целое общество, не знаю, кто там, пятидесятники или кто они. Они делают так, они вывешивают плакаты себе, делают специально, пишут слова Писания, может, просто какие-то изречения. И выходят, и вот так, таким, как говорится, своего рода проповедуют. Люди к ним подходят, что-то у них спрашивают, они дают уже свои материалы и проповедуют. Вот у меня такое решение, если завтра, вот, после общей трапезы, концерта, можно было увидеть и поблаговествовать в городе. Я думаю, что это слово хорошо было бы перенести и на крещение. Потому что тут много будет, не смотреть ни на что, а визитки спокойно раздавать. Никогда ни о чем не ведите разговор, кроме о Христе. Только и всего. А куда звать еще? Да никто не обратился, звать-то и некуда. Люди знают, православная церковь. Мы никуда никогда не звали. Куда угодно, говорят, люди пойдут. К нам запрещено звать, вы знаете. С 97 года, это получается, что сейчас у нас уже 15 лет, и мы за 15 лет ни одного человека не звали, и только разрешали, кто просился. Да и то не сразу, а проверив его. Наша община уникальна в этом отношении, что мы к себе не допускаем людей так просто с улицы. Этого ни у сектантов, ни у кого этого нету. Вот у старобрядцев у них, ты еретик, переходи к нам. У нас запрещено это делать. Ходит на занятия, потом мы проверяем, смотрим и направляем в храмы Московской Патриархии везде. У нас не сотни, а тысячи уже, наверное, встреч с людьми, встреч разных, в разных местах, городах, селах. И мы везде 100% направляем только в храмы Московской Патриархии. Так что если все обвинения, они тем более возвышают поступающих так. Почему? Мы другого не знаем, но не скрываем за то, что где делается, что не так. Меня когда обвиняют, да, как вы говорите, тут в православии никто не будет ходить. Я говорю, давайте на деле проверим. Ты говоришь правильно. Ну уж против батюшек не буду говорить. Так. И ты не будешь говорить против архиерея? Нет, конечно. А патриарха, да ты что, в уме или нет? Вот. А я говорю, так не против, это тебе кажется. И через меня Бог приводит людей, и делаются они священниками православия, через тебя ни одного. Почему? Потому что ты гнильем обложил. А я заранее говорю, что ты встретишь здесь, чтобы на подходе к православию начинали молиться. Вот мы ходили в соседнее село, где есть беспоповцы, киржаки, старобрядцы. Мы немного тактику меняли. Мы говорили, если вам здесь не нравится, вы с детства приучены, но есть старообрядцы, есть
Белокренинская иерархия здесь, священник есть, и у них есть священство. Не потому, что я к старообрядцам тяну, но я показываю. Ну, они с детства научены так, ни конья, ни шапотники, неправильные книги. Я говорю, есть правильно, все правильное. Это настоящая церковь. А если были бы древо православные, там у них патриарх Александр, я бы сказал, в таком-то селе есть такие. То сходите, узнайте, посмотрите. Я не зову и не посылаю, я просто даю знать, что есть такие люди, которые такие же книги имеют, так же двуперстно, так же Иисус с одним и пишут, но у них есть священство. Вот какое дело. А какой результат? Я сказать должен правильно, вот это мой результат. Вот и все. Мне разные вопросы говорят, а если бы ты жил там, где нет православных, католики одни, ты пошел бы? Пошел. Пошел, я бы сказал, я православный, так если вы меня принимаете, чтобы можно было исповедоваться, причаститься, я исповедуюсь и причащусь. Потому что я их признаю за церковь. Это я же сделал бы григориано-армянская церковь, коптская и сирская, хотя я в глаза не видал. Это мое твердое убеждение, но я к этому никого не призываю. Я нигде, написано, они еретики, с ними нельзя молиться. А вот еретики они или нет, этого я не знаю. А еретическое есть везде. Их еретиками еще и не объявили даже. Да как халкидонские... Ты еще даже не знаешь, как они веруют, это уже халкидонские. Это мое верование. Я без причастия не хочу умереть. Если вообще нигде бы не было, один остров Мальта, и там одни католики. Я поясняю. И никакого православного папа никогда не будет. Я подойду, благословлюсь, и буду на их месте литургии и причащусь. Это мое убеждение. Говорю, не призываю и не учу вас этому. Это мое убеждение, до чего я дошел, дорос. Для меня церковь там, где есть священство, от апостольских времен. Вот как. Я не могу рассуждать, как старообрядцы, как Герман Стерлигов. Понятно выразился? Чтобы не ссылались на меня, если кто-то так будет поступать. Вы сами до этого дойдите. У меня есть ролик такой, я просил в прошлый раз выставить. Нет, я подхожу к католическому ксензу и благословляюсь. Молились. Я его выставил, ни одного отзыва нигде. Только один спросил, да какая-то настоящий поп ксенза. Католичка зашла какая-то. Я этого не то, что не стыжусь, а я радуюсь. Я за него молюсь, а на Анжей, это Андрей звать. В каждой моей молитве утренней я всегда за него молюсь. Мне это недолго. Вот так. Если вопросов нет, я хотел одно маленькое слово сказать. К нам приехала брата Игоря мама Валентина. Она Александровна. Вот. Мы у нее нынче были, приезжали. Как они нас приняли со своим дорогим мужем Владимиром, его отцом-то. Как будто бы они только тем и занимались, что всю жизнь нас там ждали. И мы там и помылись, и там и как люди мы отдохнули, как поехали, и все. Видите, как хорошо иметь своих людей, куда на пути едем. Вот у нас в Германии, там есть Валентина Плотникова, Куемчуди, есть в Греции. Может быть, за это время у нас появятся знакомые, хорошие в Англии, в Португалии, собрать все храмы, где там есть православные. В центральной библиотеке Европы мы должны попасть. Нам есть чем приехать. Сегодня о нас пишут, где я считаю, выставляют там с фотографиями уже за нас, не мы, а о нас, что такого никогда нигде не было. Я об этом и говорил. Чтобы автор одну книгу подарить, но 38. Вот представьте, в Чувашской, где были, когда она вышла фотографироваться, и они выставили в отдельном фотографии. Понимаете, это такую даль, с Алтая к нам приехали, такие восхитительные слова. И в разных местах, в Гоголе, Чувашская библиотека. Красноярская очень хорошо библиотека, тоже все книги выставили, Шишковка. Вот, отрицательная, только одна пока выступила, Кемеровская. Но они ничего не добавили. В Юрге ходили, предлагали книги покупать люди. То есть ни одного слова правды нет. Мы не ходили и нигде никогда книги не предлагали, а только дарили. Но это большая разница. Я остановлюсь, чтобы вы понимали, что значит правда. Вы, может, слышали? Это в виде как анекдота. На работе-то сидят, слышали, говорит, наш начальник-то говорит. Ходил, играл, выиграл современную, самую, последнюю модель, иномарку выиграл. Наш начальник-то. И все радуются за него, поздравляют. Один говорит, да не маленько не так, говорит. Не начальник, а сын его. И не выиграл, а проиграл осу иномарку. Небольшая поправка. Так, чтобы нас не подправляли так, мы должны говорить истину и ничего, кроме истины. Нас приняли хорошо, как ангелов во плоти. И мы поехали снабженные всем, все у нас есть, и доброе чувство, и слава Богу. В другой раз мы уже не могли приехать, она дорогой приглашала, мы раз 6 проезжали через Красноярск, когда по нему колесили, потом на Дальний Восток. Просто радостно, что так вот бывало. Если ничего нет...
Так, я хотел сказать, вот я прочитал, что возражений нет, что это письмо написал брату Владимиру Усинову. Добавлять ничего не надо? Значит, услышали, теперь молитесь о нем, и чтобы эта встреча состоялась, если Богу угодно. Добавьте. Если Богу угодно. Мы из этого сделаем фестиваль самого доброго. Господи, всякого истину, блажите тебя, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, велика милость Твоя, что продлил нашу жизнь, и мы вступили в Новый год, за прошлое благодарим. И просим Твоей милости, благослови нас. И о чем мы рассуждали, помоги нам это исполнить, если это от Тебя. Если нет на то воли Твоей, поставь препятствие и дай нам об этом знать. Посети больных, одиноких, заброшенных. И отступникам помоги восстать. И о ком мы говорили об этом Германе, Михаиле, Александре, Людмиле. Озаботься, Господи. Открой им истину Твою, как должно, чтобы никто не погиб. И чтобы самое доброе, что они сделали, пришло на память людям. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сегодня обеда нет, сразу оставайтесь на занятия.